శ్రీ చైతన్య ప్రభువు వందే నిత్యానంద శోధిత శ్రీ నంద నందన వందే శిరాధిక చరణద్వయం శ్రీ గోపీజన సమాయుక్తం వృందావన మనోహరం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాచార్య గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరవ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు పరంపర ఆల్ గ్లోరీస్ టు హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన All glorious to you, all glorious to you, as and when tomorrow it is. All glorious, all glorious, all glorious. So anyway, today we have questions. First question from Vrindavanula that Guru, what is a Guru Mantra and Harina? What is the connection? Harinam can give us quality to serve Lord. Give us prem. The prem is a quality to serve. Нам дарит нас качественно служить Господу. But Guru Mantra, Guru Gayatri, Gauru Mantra, Тогда как Guru Mantra, Guru Gayatri, Kama Gayatri. Whatever our parampara usually giving for the primary stage or first and second initiation. So that time, во время первой инициации. That they are giving us. In this regard, actually, if you look in this regard, if you look Chaitanya Charitamrita. И в этой связи мы можем видеть в Чайтанья Чаритамрите дается объяснение. Кришна мантра хоте хабе. Кришна мантра хоте хабе. Самсара ваша. Самсара мочан means material attachment, free from material attachment. Это означает, что Кришна мантра способна даровать нам освобождение от материальных привязанностей. And Krishna naam hote paave Krishner charan. А воспевая Кришна нам, мы обретем стопы Шри Кришны. Это то, что дает на объясняет нам Кришнадас Карашгасами. Правильно ли, что Гуру Дев дает нам самбандху? Гуру Дев дает нам связь, если мы его по-настоящему принимаем. Это не просто какая-то дань моде. Establish relationship. Принять гуру – это значит установить с ним взаимосвязь. Like увидеть его посредником между мной и Господом. Несмотря на то, что гуру дает харинам, то есть не так, что мы взяли просто четки и воспеваем, что мы хотим. То есть гуру дает инициацию. Это также очень важный момент. И в этой связи следует понимать,
Почему сначала Харинам, а потом дается мантра, Гуру мантра, Кришна мантра? Если гуру смотрит, что у ученика есть твердая вера в Харинам, он воспевает, тогда гуру дает ему вторую инициацию. Почему так происходит? Потому что эта мантра, Кришна мантра, Гуру мантра, Гоура мантра, они все принимают оскорбления. Если мы их не будем воспевать должным образом, следуя всем ритуалистическим правилам, то это не принесет там блага. Например, как мы должны сидеть на асане, когда мы должны сидеть на восток, если солнце выше горизонта, если ниже, тогда на север. Перед тем, как читать эти мантры, нужно совершить Ачаман, Кешава Намаха, Нараяна Намаха, Мадхава Намаха. Каждый раз мы должны омывать руку. Затем должно быть Будда Шудхи. То есть зачитать мантру и разбудить воду, которую мы держали в своей ладони, у себя над головой. Это все ритуалистические правила, которые нужны для того, чтобы воспевать мантру. Тогда только эта мантра будет работать. То есть мы сможем установить взаимосвязь, отношения с Кришной. Мы должны служить и следить за тем, чтобы объект нашего поклонения был счастлив. И таким образом постепенно наши отношения с гуру они будут установлены. И вот так, продвигаясь шаг за шагом, мы сможем достичь премы. Вот так в общем мы можем сказать об этом. Я надеюсь, вы понимаете этот процесс. Если вы воспеваете должным образом Хари Кришна Махамантру, все проявится. Према проявится в вашем сердце. И эта према позволит нам служить преданным и непосредственно самому Господу. Другой преданный Бхактарупа. Говорит, что ваши ежедневные цитаты и харикатха очень помогают мне в моей ежедневной садхане. Он прислал мне еще картинку с Гурудевом, и там под ней написано, что не пытайтесь не просто держать четки в своих руках, прилагайте усилия, чтобы обрести анубхути, то есть опыт этого воспевания. В действительности, какова наша тенденция сегодня? Мы просто держим четки в своих руках. Вот тогда как наш ум где-то в другом месте. В большинстве собой мы воспеваем невнимательно. И вы должны понимать, что невнимательное воспевание не позволит нам продвигаться духовно. В этой связи я могу привести пример. Like
Например, одна личность. Мы можем видеть, что она стоит там в сотни метрах от нас. То есть я, допустим, стою с кем-то и увидел вот этого знакомого в сотни метров от меня. Допустим, его зовут Кришна, я его зову: «О, Кришна!» Когда Кришна поворачивается к нам, он смотрит, что эти, что мы говорим между собой. И таким образом позову его несколько раз. И это повторилось несколько. То есть тогда Кришна что думает? Что он не серьезен. В действительности он не хочет общаться со мной, видеться со мной. Это результат невнимательного воспевания. Это когда мы воспеваем имя, но думаем о чем-то другом. Воспевание Хари Кришна Махамантры означает, что мы зовем Кришну, зовем Раду. Мы обращаемся к объекту нашего поклонения, Рады и Кришны. Но когда мы невнимательно воспеваем, и Кришна смотрит, он поворачивается в сторону нас и видит, что мы несерьезны. Поэтому мой духовный учитель, он здесь говорит: воспевайте внимательно. То есть нужно думать, как же достичь этой цели, как достичь этой высшей цели. Потому что в нашей шастре говорится: что во время воспевания, вот это и есть наша садхана, вот во время воспевания то, о чем мы думаем, это и будет нашим достижением. Мы достигнем именно этого места. В конечном итоге мы достигнем этого места. И поэтому нужно всегда об этом задумываться. Какова же наша конечная цель? К чему мы стремимся? А наше стремление направлено на обретение служения. Служение в духовной обители Верховного Господа. И несмотря на то, что мы не понимаем, кто мы и что мы, какое служение от нас требуется, по крайней мере, во время воспевания нам нужно сосредоточиться на Радхе и Кришне. То есть, то, что подходит для нашего ума, мы должны думать об этом. То есть, те ливы... Об этом говорит если у нас будет хоть немножко реализации, у нас проявится нама рупа гуна. То есть, когда нама проявится, нам проявится и форма Господа, а затем и качество. И когда будет абсолютная реализация этого всего, тогда нам откроется наша вечная форма, наше вечное служение на Голоке Вриндавана. И поэтому большинство наших ачарьев, они наставляют нас. Что во время воспевания мы должны думать о Раде Кришне в духовной обители. Радха Говинда, спранам мантра, what we are chanting,
При нам мантра Радха Говинды, который поклонялся, которым поклонялся Рупа Госвами, девятым Дранья Падрумада. Об этом мы должны размышлять. Atmosphere form, deity form, reality form, then you can say Divyada Vrindaranya, transcendent. Здесь говорится трансцендентный Вриндаван. И в этом Вриндаване есть Калпа Врикша. Калпадрума Адха. Адха means Антарта. Там есть древо, исполняющее желание. И под ним расположен трон, который сделан из драгоценных камней. Поэтому этот трон очень сияющий. И кто же сидит на этой сингхасане, троне? Шиши Радха Говинда там восседает. Что, они одни восседают там? Нет. Прешталиби — это означает очень близкие и дорогие Радха Говинды, они находятся вокруг них. И что же они делают? Севы Манау. Они служат Божественной Чите. Если вы задумаетесь об этом, если вы будете думать об этом, об этой пранамантре и воспевать, тогда постепенно вы сможете этого достичь. Вы сможете обрести сиддхи, совершенство своей духовной практики. Вот таково значение этой цитаты, то есть того, что здесь хочет сказать Гурудев Анубхути, то есть реализации. Я надеюсь, вы понимаете. And whatever Damodar Prabhu, my Bhakta, Krishna Murti, yeah. Jaya Bhakti Devi задает вопрос. Jaya Bhakti Devi. Прекрасное имя, Jaya Bhakti Devi. Krishna's queen, Rukmini Devi, is she Lakshmi Devi? Rukmini Devi, это Lakshmi Devi? Да, конечно. Это разные личные проявления Лакшми. Куджагури Лакшми, Париджат Лакшми. Мы знаем, что в царстве Раваны было 10 или даже 12 Лакшми. Но когда Равана похитил Ситу, все Лакшми, то есть их суть отображена в Сите. И поскольку она очень дорогая спутница Рамачандры, постепенно Равану за этот поступок оставили все Лакшми. Лакшми восседает на груди Господа Вишны. Также она всегда массирует ему стопы. Есть Чанчала Лакшми, то есть это в образе богатства и славы, то есть это беспокойная Лакшми. Таким образом, есть разные проявления Лакшми. Нам нужно, для нас очень важно следовать по стопам моего парамгуру Шрила Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура. И он говорит, что христианство это как как часть вайшнавизма. То есть как это ответвление вайшнавизма.
И если люди будут искренне следовать заповедям Христа, вне всяких, они достигнут блага. Потому что Иисус Христос – это истинный духовный учитель, авторитетный духовный учитель. И если мой Прабхупада принял это, тогда не всяких сомнений, оно так и есть. Если Прабхупад говорит, что вайшнавизм, то есть христианство – это ответвление вайшнавизма, значит, так оно и есть. Lecture, he said, God created a man after his own image. That is the perfect example. But present follower. Вот, например, как Иисус Христос, он однажды сказал, что Господь создал человека по своему образу и подобию. Но в наши дни мы, к сожалению, можем наблюдать, что последователи Иисуса Христа не принимают этой идеи, не следуют ей. Иисус Христос никогда никого не убивал. Вот. То есть Он говорил о ненасилии. Но наши современные последователи Иисуса Христа, они говорят, что «не убий» относится лишь к человеку. Но Иисус Христос, Он совершенно не глупый человек. Он прекрасно знал, что он говорил. Он не говорил там на английском есть различные слова, которые именно дают вот этот оттенок убийства человека или в общем убийства. И там не говорится, что он как бы не имеется в виду убийство человека, murder. Там говорится именно об убийстве в общем ключе. Это то, что оставил нам Иисус Христос. И в вайшнавизме мы видим, что мы следуем этому же, не насилию. И в то же самое время мы даже сейчас можем видеть, насколько мы далеки от наставлений Прабхупады и Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура, Бхакти Винод Такура. То есть Вриндаван Дас Такур, они все ясно заявляют, если вы действительно желаете постичь учение Господа Чайтани, вы не должны никого критиковать. Таковы наставления Вриндавана Дас Такура. И затем, если вы посмотрите, Бхактивинод Такур, он говорит, «Сакале саман курите шакоти». И далее продолжает Табетога Иба Харинама Шупа. Что это означает? Что когда мы научимся выражать почтение всем должным образом, согласно ихнему положению, мы начнем воспевать Хари Кришна мантру и ощущать этого счастья. То есть, если этого не происходит, означает, что мы не выражаем должного почтения окружающим. Иногда выражаем почтение лишь тем, кому, кто нам нравится, а порицаем тех, кто нам не нравится. Но вайшнавизм, он другой. Он говорит нам, что мы должны все силы приложить к тому, чтобы исправить тех, кого мы видим, что они ошибаются, но ни в коем случае не уничтожать. Потому что сегодня мы можем видеть, как одно общество пытается уничтожить другое. Поэтому вы можете видеть, что те наставления, которые дал Иисус Христос, и то, чему следует сегодня Его последователи, так называется, это не одно и то же. Они перекручивают Его слова на удобный манер для себя манер. На удобный для себя манер. Вот. И то же самое происходит и у нас.
Прабхупад, он дал очень ясные указания. За 7 дней до своего физического ухода он сказал, будьте все вместе, то есть вместе сотрудничайте, приняв прибежище у Шримати Радарани. То есть одно прибежище, это значит прибежище стоп Шримати Радарани. Means actually Radharani shelter means real acharya. То есть это означает, что нужно действовать под руководством истинного ачарьи, потому что он учит своим собственным примером. И он поклоняется Господу самым искусным образом. И Прабхупад дальше продолжил с полным энтузиазмом. Несите послание Рупы и Рагунатхи. Но в наши дни, если вы посмотрите, все, чем мы занимаемся, это критикуем друг друга. Одна группа критикует других и говорит, что я прав, а вы все неправы. Таково влияние века Кали, эпохи раздоров. И об этом следует задуматься. То есть в противном случае уже совсем скоро мы ничем не будем отличаться от сегодняшних так называемых последователей Христа. В наши дни христиане верят, что гуру — это все и вся. То есть Иисус Христос — это Господь. И то же самое мы видим у нас происходит постепенно. Все больше и больше концентрируются на своем собственном гуру, пренебрегая предшествующими учителями, ихними учениями. Я думаю, уже через 50 лет уже изображение Бхактивинода Такура и Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараджа и Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура. Вот, все их снимут с алтаря, будет только мой Гурудев и Парам Гурудев. Вы увидите, однажды так и произойдет. То есть все идет к этому. Наша культура. Стремится к этому. И однажды это обязательно произойдет. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным касательно этого всего. Я надеюсь, вы понимаете мои объяснения. Мы должны понять, что Иисус Христос, Он также авторитетный духовный учитель. Мой Парам Гурудев, Шива Прабхупад, признал Его. А все, что он говорит, это истина. Он никогда не лгал в своей жизни. Он никогда не говорил ничего странного. Он всегда нес абсолютную истину этому миру. Почему? Потому что он был назначен нашими предшествующими учителями. И своей деятельностью он пытался помочь всему миру. То есть то, как он следовал по пути духовности, является примером для всех. Я не знаю, по-прежнему ли вы желаете слушать. Then we supposed to speak. То, где мы остановились вчера. After that, but if you give me permission, I have some management requirement this time. Вот, если вы позволите мне, то я бы продолжил бы завтра, поскольку у меня есть сегодня обязанности по управленческой там
деятельности. Завтра я могу на полчаса больше дать харикатху. А сегодня, я надеюсь, вы мне позволите отлучиться, чтобы я выполнил свои обязанности перед Гопинатх Гаудия. Простите меня за эту непредвиденную ситуацию. Хари Кришна. Сегодня на этом все.